Три. Так, друзья, всем привет, с вами Альберт Сайнцер и Павел Луанец. Здравствуйте. Сегодня Gameloft представил новый скин на Арию, коварный полководец. Сейчас мы посмотрим, как этот скин выглядит в 2D и в 3D модели, а чуть попозже сыграем на этом скине и сравним его с главным или со вторым скином Арии. Это мы уже сами решим. Так, заходим в комнату. Так. Паш, ты какой будешь скин брать? Первый, второй? Нет, обычный. Так, обычный скин Арии. И я на третьем. Так, а получается, у него будут менять анимацию вот этих пассивных атак, вот это, второго, я, да? Я, честно, не знаю, я еще не видел ни разу на скинах в игре, но это, кажется, как в 2D сомнительное. Да, очень сомнительное. Мне не особо нравятся вот эти круги и вообще моделька мне... Так это на 2D слишком светлая. Не знаю, вообще не мое. Так, давайте купим... Я купил... Защита. Погнали. Анимация бега тоже какая-то такая. Так, ну что ж, я его нанесу. Ноги у него кривоватые. Ну, Ари, наверное, они, в принципе, моделька такая. Вот бегут две арии. Так, ну что, давай сейчас скиллы прокачаем. Ого, подожди. У меня анимация атаки мыльные пузырики. Так, ну там давай твоя анимация атаки. Ты же подъезжаешь, чтобы было видно красиво. Максимально близко. Так, давай, первый скилл. Бросок веера. Вот нормальный веер. Красивее, кажется. Там прям круг какой-то накидает в лобешник. Так, давай теперь второй скилл. Так, второй скилл. Ничего не поменялось, что ли? Кто еще? Ну да, такой же, да? Мне кажется, мой даже покрасивее. Я его анимирован, а то как-то нет. Ну, он фиолетовенький, такая же летит. А, ну ты на большой анимации. У меня просто она... У меня она типа переворачивается, а у тебя типа... Да. Причем самый прикол, что моя обычная атака — это мыльные пузыри, а вторая атака как твоя обычная, ну, не сделанная. Да. Так, а третий скилл, он, в принципе, у меня не анимирован, да? Да. А у меня, смотри, я анимирован. Видишь, что под ногой появляется? Не, под ногой я чуть не заметил еще раз. Наверное, под ногой-то и есть. Два, один. Оп, да. То же самое. Да. Так. Ультимейт. Ну, погнали. Ух. Вот ультимейт мощный. Да, мне, кстати, не нравится вот этот. Тут не видно, видишь, где есть ультимейт, нет? Именно на большой графике видно. Там все голубое. Есть, а, кстати, вот это против соперниками прикольно. О, видишь, мою отлично видно. А на высокой графике тут так же видно. Все голубое. У меня голубое видно, но не видно. Нет, там точек вот этих ярких. А, ну я понял. Ну сейчас еще раз, через 20 секунд еще раз ультанем. У меня закончилось надо. А, надо будет еще анимацию смерти посмотреть. Если ты перестанешь меня бить, мы посмотрим анимацию смерти. Нет! Давай. Подожди, гнул важнее, чем ты. Так, анимация смерти. Оп. Мы забыли посмотреть анимацию телефона. Сейчас посмотрим. Ну, пока мне анимации телепорта нет.
Пока мне в этом скине нравится только ультимейт. И то, ну, еще автоатака прикольная. И то он такой себе. Ну, автоатака пузырики. Прикольно. Ну, не знаю, очень сомнительный скин, по мне. Как. Это второй крайне сомнительный. Просто не сделанный. Так, что мы еще хотим посмотреть? Да, комбинацию. Потому что у меня комбинация. Неплохо. Что, будем смотреть анимацию победы? Анимацию победы? Да. Сдавайся. Иди ко мне. Да, мне же надо на базу. Ну, как обычно. Такая же, как обычно. Ну, в общем, скин как-то не впечатлил. Да, ребят, скин не впечатлил. В принципе, заменены... Второй скилл не сделан, третий там под ногами. То же самое. То же самое. Во втором даже поленились, типа, пузырик сделать какой-нибудь. Как обычная автоатака пузырики. А второй сделан как у стандартного скина, основного. Заменены вот... Вместо веера вот этот круг беспонтовый, который мне вообще не нравится. А бег вообще у него какой-то идиотский, если честно. Когда он бежит... Да, и бег странный. Но скин очень-очень-очень для любителя. Пляжный тематик. Или кто это, да? Стендесса? Как-то кто? Да, даже не пляжная. Непонятно. Ладно, ребят, всем спасибо за просмотр. С вами был Альберт Сайленсер и Павел Луанец, Гильдия Изи Гейминг. Всем пока.